Новости. Полотна Мане, Ренуара, Дега на большом экране. Французские импрессионисты – живое искусство. Выставка, которая открылась в Ставрополе на «Спартака-8». Это новый формат. Взглянуть на искусство знаменитых художников теперь можно в других масштабах и даже изнутри. Видеоконтент основан на анимации компьютерным способом картин французских импрессионистов. Кроме того, то двухмерное пространство, которое изобразили художники, становится трехмерным. То есть получается такой некий эффект присутствия, в котором зритель оказывается как бы в том времени и месте, да, которое изобразил художник. Это не только красиво, но и познавательно. На экране появляются небольшие ремарки, где зрителю рассказывают о течении, художниках и их отличии. За 25 минут сеанса творчество 6 ярких импрессионистов Франции предстает перед зрителями. К слову, здесь можно остаться и подольше. Время сеанса не ограничено. Есть возможность повторно посмотреть выставку и сделать яркие фотографии на фоне, например, белых кувшинок Клода Мане. Анастасия Петренко, Александр Лукьяшко, АТВ «Ставрополь».